Христос воскресе! Все святые призывают нас к радости, но добавляют, что неприходящая истинная радость рождается в сердце, которое живет с Богом. Святые могли находиться в нужде, страданиях и болезнях, при этом умели всегда радоваться. Радость – это дар Божий. От нее в сердце рождается благодарность и благоговение, уверенность, что Господь с тобой. Это состояние праведника – всегда носить Бога в своем сердце. Полнота этой радости, которой мы все верующие ко Христу причастны уже здесь на земле, как пел псалмопевец Давид, в юдоле печали осуществляется Пасхи, светлым Христом воскресенье. Преподобный Паисий Святогорец пишет: «Только во Христе человек обретает подлинную настоящую радость, потому что только Христос дает радость и духовное утешение». Через воскресение Христа нам открывается радость ничем не ограниченного общения с Богом, блаженное состояние святых, радость жизни вечной в раю. Святые показывают, каким образом можно достичь этого состояния. Преподобный Федор Студит пишет: «Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы и бдения, чистая совесть, умерщвление страстей, недобрых желаний и всякого зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день». Нужно по мере сил стараться очищать свое сердце покаянием и лицемерно любить ближних и благодарить Бога за все. Тогда мало-помалу жизнь с Богом станет потребностью нашей души, и радости это никто у нас уже не отнимет. Такие дела.